Ты опоздал. Давай, хватай АК. Здоров, Микки. Большой напильник лучше для серийников. Йоу. Слышал, сука, офицер пошла на корм червям. Какой подопечный заберет трофей? Наверное, он сейчас кайфует от жизни. Схерали, я прошу тебя дважды. Сядь, пили. Я пришел не работать, па. Не работать, говорит. Ты вчера помог их перевести, а теперь даешь задницу. Вообще-то мне... Мне нужен совет. Нихуя себе. Да, слушай, я почти уверен, что офицера пришил Йен. Кто это? Ой, нахуй опять пошло-поехало? Бля, да просто стебусь. Пидорская морковка бы ее не застрелила. Нет, в нее не стреляли, ее вытолкнули в окно. Он сказал, что сделал это? Я... Ну, разными словами, но да. Срань. На тебе была прослушка? Еще кто-то слышал? Нет, но копы нас на допрос тягают. Пиздец. Так, собирайся, Джордж. Звони Бенни. Скажи, есть груз в Канаду. Не-не-не, я не хочу бежать, я хочу его защитить. Какие у меня варианты? Ему нужны варианты. Сраные варианты. Да черт тебя дери. Ты, Милкович, все повесит на тебя, и ты окажешься за решеткой быстрее, чем в блоке С выключат свет. Тебе остается только бежать. Или вы можете жениться. Тогда вы не сможете свидетельствовать друг против друга. Милкович женится на вагинах. И точка. Он гей, Терри. А я лесба. Люди бывают геями. Закрой хочешь свой грязный рот. Брак никак не связан с ориентацией. Снук, вот нам же нравятся киски. Я обожаю кисок. Мне их всегда мало. Мы оба нихера не геи. Даже не тюремные геи. Но технически, сколько мы были женаты? 9 лет? 13 слушаний и ни разу не доносили друг на друга. Так, то есть, если мы с Эном поженимся, то что бы у нас ни произошло, это тайна, что ли? Если женишься на том, у кого есть хер, я забью тебя дубинкой во сне. Отлично, поболтали, пап. Спасибо.